Итак, друзья, наткнулся на соответствующий сайт. «Газпром разрешил торговать газом. Теперь национальные ресурсы в ваших руках». Возможно, это была реклама из какого-то ролика, а возможно, я даже не знаю, как я зашел на этот сайт, но смотрите, Министерство энергетики Российской Федерации. Причем обычно, когда значит, выставляется такой логотип, то нажав на него, можно попасть на сайт. Здесь нажимаю, ничего нет. Странно, да? Начните зарабатывать услуги. Надо указать имя, фамилию, электронную почту, ну, зарегистрироваться, да? А что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать с «Газпром» уже сейчас? Зарегистрироваться, дождаться звонка от консультанта компании «Газпром», подтвердить регистрацию, выбрать желаемую сумму на счет и уже через 30 дней получить первый доход. Ой, друзья, Александр Миллер тут, да? А сколько я заработаю, друзья? Итак, вложив 12 тысяч рублей, вы заработаете 15 840. Понимаете, друзья, да? То есть, как только вы что-то вкладываете, вы приходите, вам предлагают сразу же внести деньги, дай денег. Ни одна организация, которая занимается инвестициями, никогда не начинает с того, что дайте денег, дай вот столько ты вот получишь с 12 и 18, ваша прибыль. Причем в какой период времени, непонятно, да? Теперь, почему это выгодно, значительная прибыль, один из самых доходных активов, быстрый доход средств на любую карту банка. Так, единственное, непонятно, в какой период времени. Но даже если в месяц, друзья, то согласитесь, здесь уже, ну, явно это не в год, друзья, даже если в год, понимаете, получается где-то примерно 4000, это 30% годовых почти, друзья, 30% годовых, да таких, даже если в год вы заработаете с 12 тысяч почти 16, это 30%, друзья, и это ни один банк вам годовых не даст, таких годовых, ни один. Сейчас процентная ставка по вкладам 5%, но никак не 30, друзья. Это первый нюанс. Ну и потом, куда ты вкладываешь, что ты вкладываешь? Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Так, профессиональный участник ценных бумаг, на существует так, Газпром. ПАО Газпром. Ну, данную фотку можно скачать просто из интернета, естественно. Подать заявки. Но смотрите, внизу Visa, MasterCard, деньги, money. Но нажав на эти ссылки, друзья, мы никуда не переходим, опять же. Кроме как здесь ничего нет, кроме как подать заявку, максимум увеличить фотографии. Ну, вы понимаете, да? Это очередной развод. И таких разводов, друзья, как только начинается кризис, кризис будет продолжаться, продолжаться дальше, дальше, идти лица, тем больше будут вот эти вот все системы развода, дальше и дальше, дальше и дальше. Так что, друзья, берегите себя, берегите, особенно в интернете, как только кто-то у вас просит, дай денежку, вот чуть-чуть хотя бы, ну, 10 рублей, ну, сколько тебе жалко, да? Сразу же знайте, что это в большинстве случаев развод, причем непонятно, за что денежку, что покупать, чтобы купить ценные бумаги, вообще не надо. Просто приходите, да, там, если в организацию, даже через банк можно это сделать, покупайте и все. У вас там не надо никаких инвестиций, теперь национальные ресурсы в ваших руках, да любой сейчас может купить акции «Газпром». По-моему, они сейчас падают, там, по-моему, «Газпром» упал, там, капитализация у него упала чуть ли не в 10 раз. Друзья, ну ладно, вот, собственно, и все. Ссылки, естественно, я не буду располагать в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.